На посмертном портрете изображен российский император Александр II, сын Николая I. Он был знаменит своими либеральными реформами, главной из которых считается отмена крепостного права в 1861 году. Александр II был убит народовольцами 1 марта 1881 в результате двойного покушения. В этот день император одобрил проект Конституции России, после утверждения которой страна должна была стать конституционной монархией. Но этому не суждено было произойти. Первый взрыв, прозвучавший 1 марта 1881 года на пути следования кареты императора, не задел его. Пострадали несколько человек, были убиты казаки и сильно ранен проходивший мимо мальчик. Император не пожелал удалиться с места происшествия, поэтому второй взрыв легко достиг своей цели. Рана оказалась смертельной, и несмотря на попытки спасти императора, он скончался уже через несколько часов после покушения. Казнь причастных к смерти Александра II, народовольцев, прошла 15 апреля 1881 года и стала последней публичной казнью Российской империи. Из-за длительного траура по отцу, коронационные торжества, связанные со вступлением наследника Александра III на престол, прошли только в мае 1883 года. Александр II восхищался творчеством изысканного и модного в то время портретиста Константина Маковского и называл его «мой живописец». Художник написал несколько пожизненных портретов императора, исполнил также и посмертный. Он был написан с натуры в течение первых 2 часов после гибели монарха в день покушения. Маковскому, лично знавшему Александра II, эта работа далась очень тяжело, и впоследствии он вспоминал о ней как о страшном сеансе. Случайно или нет, но основные цвета мундира императора усиливают трагический тон портрета. Всполохи красной ткани на траурном черном фоне воспринимаются как пролитая безвинная кровь. Белизна ложа подчеркивает смертельную бледность лица монарха, сохранившего достоинство, несмотря на страшные предсмертные боли. Официальный статус портрета не мешает раскрыться в нем сочувственному отношению художника к погибшим. Рама произведения содержит перечисление основных реформ правления Александра II и даты его рождения и гибели, словно подводя итог определенному историческому периоду в судьбе Российской империи. Посмертный портрет возводится в ранг памятника ушедшей эпохи. Позднее память императора будет увековечена в образе одного из красивейших соборов Петербурга – храма Спаса на Крови, заложенного в 1883 году на месте гибели монарха.